Привет, мои дорогие девочки, мои кулинарки или будущие кулинарки, или начинающие кулинарочки. Давайте сегодня приготовим диетическую рыбу тодорадо с овощами. Обычно, если я делаю это для мужа, то я ее обволакиваю там в определенном соусе. Это майонез, приправы, специи разные. Но сегодня мы будем делать для себя любимых, чтобы скинуть лишние килограммы, вкусно покушать. Так что сегодня будем только делать на оливковом масле. Это будет самое жесткое, что у нас сегодня есть. И для этого нам что понадобится? Естественно, дорадо свежее, можно свежемороженую, розмарин, болгарский перец, грибочки, естественно, много зелени. Я добавляю всегда еще лук-порей. Мне он очень нравится. Ну и помидорчики, все для вкуса. И все по вкусу. Не забудьте, чтобы у кого мало времени, нужно заранее разогреть духовку до 180 градусов. Для начала мы возьмем оливковое масло. Я беру оливковое масло на розмарине, потому что оно ароматное. И немножко вот так вот накапаем. Потом берем рыбку. Наверное, вот так ее и положим. Ну и теперь украшаем наш противень, чтобы наш противень был шикарно красивый. Для этого нужно взять помидоры. Можно с попками, с жопками, как это называется, с зелеными этими штучками. Затем мы берем грибы. Грибы я разрезаю обычно наполовину, потому что он тогда оставляет сок. Если на меньше частей, то он будет сухой, поэтому лучше реально на две части поделить. Вот так украшаем. И берем перчик. Я уже заготовила два перца, вытащила сердцевину, это обязательно, чтобы косточки потом не мешались вам. И также, как у вас хватает фантазии, нарезайте. Я обычно нарезаю на 4 части. Я просто люблю, когда готовлю рыбу или мясо, чтобы было все крупно. Вообще рыба — это самый легкий продукт для готовки. Это очень легко, это просто не знаю. Положил, посолил, поперчил. Все, также можно и жарить, и парить, и все что угодно. Вообще можно, кто любит пожарить, не накрывать фольгой сверху. Кто хочет потушить, можно накрыть фольгой сверху. Я, наверное, сегодня буду накрывать фольгой, потому что это будет менее калорийно, наверное, и максимум диетично. Потом мы берем пару веточек розмарина. Розмарин дает определенный аромат рыбы. Он также подходит для мяса любого, для курицы, для стейков. Дальше мы берем укроп. И вот укропом я люблю фаршировать саму рыбу. Как раз в этом блюде интересно будут стебли. Они дают вкус и аромат, их потом есть на самом деле особо и не нужно. Я обычно складываю так в два раза. Так, у нас остался кто еще? Или что? Лук-порей, да? Иногда я еще добавляю чеснок, но сегодня чеснока не будет. Нарезаю покрупнее, потому что я люблю именно кушать. Девчонки, все очень легко и просто, очень легко. Быть прекрасным поваром для мужа — это очень легко и быстро, если будете смотреть мой блог. Вот буквально, мы, не знаю, за 5 минут сделали такой шедевральный, просто шедевральный противень малокалорийной и, главное, вкусной еды. И что теперь мы делаем? Я люблю без соли, но сегодня сделаю с солью. Можно еще добавить перец, все по желанию. Я вообще сама с Кавказа, поэтому я люблю там, где все прям васа горит прям во рту. Люблю много перца, много специй, но специи, девочки, очень сильно влияют на кожу. У нас сильно застряются поры, появляются прыщи именно из-за острой еды. Но меня это не останавливает. Останавливает только фигуру. По желанию можно это все, конечно, еще сбрызнуть. Совершенно прям немножечко.
масленком, прям чуть-чуть-чуть-чуть. Совершенно чуть-чуть. Кто хочет, чтобы было все поджаристо сверху, можно не накрывать фольгой. Но когда накрываешь фольгой, она дает такой эффект бани на пару. Вот будет рыба как на пару. Поэтому сегодня сделаем диетическую рыбку, правильно? Я накрою ее фольгой. И отправляем нашу рыбку в духовочку, разогретую уже до 180 градусов. Да, горит, печет, класс, красота. Мы можем 30 минут отдыхать, либо заниматься детками, у кого какие вопросы и дела. Может, 30 минут я вообще не трогать, не смотреть, 100% все будет хорошо. Отвечаю. Так что, девчонки, ждем 30 минут. За это время я, наверное, пойду пообнимаюсь с мужем. Я думаю, все готово. Рыбка должна получиться как на пару, она немножко, наверное, выглядит тушеной, ну, вареной, для нас худеющей. Рыба совершенно готова, 100%. Девочки, кто хочет похудеть и вкусно питаться, пожалуйста, милости просим. Ну, а мы пошли кушать. До свидания.